А расскажите, пожалуйста, пару слов, свое ощущение о Одесском кинофестивале. Ну, ощущение прекрасное. В этом году... Да, говори. В этом году кинофестиваль организовал для актеров бесплатный воркшоп. И это было замечательно, потому что это была работа с камерой. И это очень важно для нашей киноиндустрии. Мы повышали квалификацию актерскую. И это было питательно. И мы пробовали на практике разные секреты нашей профессии актерской для работы в кино. У вас будет возможность посмотреть себя на инфоборде, посмотреть, как вам этот воркшоп пошел на пользу или нет. Хорошо, я сделаю это обязательно. А касаемо кино, смотрели что-то? Да, смотрела. А что больше всего понравилось? Ну, мне понравилась картина Марины Степанской, это если говорить об украинском кино. А не украинском? А не украинском. Мне понравилась «Бельгийский король». Это в копродукции, там Бельгия, по-моему, Болгария. Многие говорят об этом фильме, а что вам там понравилось вот конкретно? Почему вы выделяете эту картину среди всех остальных? Ну, чувство юмора, легкость и, конечно же, работа сама очень хорошая. Не хотели бы, чтобы, ну, не хотели бы увидеть себя в следующем году на больших экранах? Конечно бы хотела. А что вы будете для этого делать? Работать дальше, совершенствоваться. Буду применять все методы, которые я узнал, о которых я узнала на актерском воркшопе. А где сегодня в Украине или в Одессе учат актрис? Ну, в Украине Карпенко-Карова, это основной театральный университет. Ну, и есть какие-то, наверное, там курсы, о которых я, честно говоря, не очень хорошо знаю. А вы там учитесь, да? Да нет, спасибо, конечно, но я закончила, я работаю в театре. Понятно. Большое вам спасибо за интервью. Спасибо.